Всем привет, это продолжение партии за Мали в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. А также напоминаю, что спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке «Сообщество». Что ж, приятного продолжения вам просмотра. Все было хорошо. Хорошо, все отлично, меня нет, постоянно с этим бороться приходилось. Чего нет? Еды не было в главных городах, они постоянно у меня жители умирали. Ну, Грек, серьезно, дай посмотреть, кто выиграет это. Последний город ничего не делает. Да можно трансляцию попросить у кого-то там. Попроси у Перикла. В смысле 220? А, это... Ну ладно, можем замериться. 1440. Ты только мне мои города верни. Ты серьезно? А что ты его спрашиваешь города вернуть? Уже понятно, что он тебе ничего не вернет. Тупо как бы просить такое на самом деле. Попроси лучше трансляцию кого-нибудь. Бедные японцы. Слушай, Горго, может мир? Я что-то подумал, что может зря. Полез с тобой воевать. Ну просто как бы австралиец, ну ты ж тоже как ничего не делаешь сейчас. Ты ж не воюешь с Горго. Ну, так ведь? Я кидаю на него ядерки. Я не вижу, что ты кидал ядерки. Это последний ход куда. Просто мне очень не понравилось, как на меня две ядерки прилетело, а на тебя-то австралиец ничего не прилетит. Ну, на меня прилетело две и. Куда? На эти вот города вот здесь вот? На Мбамбоби. Одна долетела, вторая нет. Это ж... А меня прилетело на мои сангайские города. Малийские. Я просто там особо... Не добиваю ничем до него. Мне очень удобно. Так что, Горго, мир, нет? Зачем вы на меня пошли? Вот это вот. Меня австралиец заставил. Я не знаю, что он. Ну, Алексей, понимаешь, ты как бы решил, напал на меня, вот. Получил. Ну, получил, да. Я не спорю. Теперь предлагаю мир. Что, ты что, что тут потерял? Ты практически ничего не потерял. Даже твои основные города никто ядерку не кинул. Я не знаю, если ты что-то говоришь, тебя не слышно. В смысле на войне? Любая война без кино. Ну да, согласен. Говорю, ну всех. Не, Лёш, зря ты на. Австралийца так гонишь? Он все-таки пытается. Ты всего не видишь. Ну так и я воюю с греком. Но мне не понравилось, как на меня ядерки упали. О, кстати, пара сейчас может отвалиться. Я получил этого инженера?
Да, еще плюс 100%. Нет, не может. Сейчас поймали. Не, ну без разведывательного управления тут, конечно, тяжело. Тут, конечно, тяжело. Грек, так ты прошлым ходом рассказывал, как война бессмысленна. Ты отказываешься мириться или мы будем мириться? Я так и не понял ответ в итоге. Какой? Ответ. Что ты хочешь? Ну мы миримся или не миримся? Миримся. А? Миримся. Миримся? Да, миримся. А, еще три хода. Ну тогда не воюем. Слушайте, и ученый офигительный мне достался. Озарение всех... А, информационная эра. Нет, он уже не офигительный. Ты двух всего. Не, это уже так себе. Блин. Что мы делаем тогда в этой игре? Просто забиваем стрендомики? Тогда барыга по очкам. А, все, барыга уже побеждает наукой. А что там, что там? Я думаю, я сейчас... Что, он уже запустил все, что надо, он уже летит. А, ну ладно. Повеселимся. Это я как-то не заметил. Если уничтожить космопорт, то это такое, да? Я еще не запустил треть. Но он, видите, он все равно лучше по науке шел. 25. Это он не успеет, меньше. Если он запустил этим ходом, то он не успевает сказать. Нет, там же он же будет ускорять, есть. Ребят. Ну чё вы как это? Значит, надо космопорт ломать. Наш космопорт так ускоряет. Ты лагает, блин. Хуже, чем в 3D, это вообще. Ну вот и довольство еще на всякий случай поставлю. 600 науки. Ну блин, все равно, видите, у меня было больше науки, но я все равно отстал. Исследовательские гранты продолжаем. Ну, то есть я то, что еще не поставил тут космопорт, ничего не значит, потому что я еще не запустил последний. А он тут где-то уже открыл эту фигню.
Жалко, что ремонтировать за деньги нельзя. Ладно, а где у него космопорты? Раз, два. Ну все еще надо, потому что я не открыл нужную мне теху до сих пор. Это все надо все равно строить. Ну и ремонтировать я не могу, потому что загрязнение. Сейчас это все буду. Давайте, наверное, куплю здесь рабочего. А что в этом? В счете научно нельзя посмотреть, сколько он еще где будет? Можно, наведи на последнюю рисочку. Блин, мокшу. Убрали. А вы все горго попилить, горго попилить. Я вижу, что он летит один. Но. Вот. Он будет ускорять. А признавайтесь, кто мне постоянно дамбу рушит? Вообще неприятно. Это я рушил. Немец. Немец? Зачем? Не, ну я просто какой смысл сакрально? У меня было единственное нормальное улучшение на этого. Я понял. Вот. И единственного вот. Где я видел дамбу, это вот был твой город. Единственный человек, который построил дамбу, чтобы ее постоянно рушил. Да, а что там взял грек? Наверное... Вот интересно сейчас, получится? Вот 1500-750, да. Тоже хороших взял. То есть он последние два проекта просто сразу учеными сделал и все. Сейчас у Баряги счет 1666. Баряга. Дьявол просто. Так ты не барыга, а баряга? Ну, теперь так получается. А, ну баряга, барыга, баруга. Просто скажи, что ты Пабло Эскобар. Местного разве? Дон Педро, торговец с темным черным деревом. Да. Колумбия. Неудачно. Ну что, ядерки хотя бы побросаем. Кто умер? Какой-то юнит был у меня. Все, спасибо за игру. Спасибо. Да, вам всем спасибо. Это как так получилось-то? Реально, что с Афиной? А как-то можно посмотреть эту игру в записи? Ну, вот именно по... Перикл, что с Афинами, Перикл? Ну это, блин, у Лёши, наверное, надо спросить. Нет, это не я. А кто это? Перикл, как так, Перикл? Горго, а что, это ты так сделал? Да, да. Прикол. А что там случилось? У него Афины по лояльности отвалились. Столица? Это Инди-рок, детка. Так а как это произошло? Ну, два рокера на инди-рок, минус 50 лояльности, город отвалился. Зашибись. Это красиво. В общем, Лёша, я напал на барыгу.
Не объявил ему войну, не подать. Это здорово, но у него нету столицы, откуда у него, собственно, летит корабль. Поэтому, если ты сейчас наведешь, будешь написано «Экспедиция к экзопланете преодолевает 0 световых лет заход». Ребята, ну я вам даю шансы, давайте. Не, ну это красиво. Это бесспорно. А ведь достаточно было барыги всего лишь юниты вокруг Афин расставить, и все. Ну я сразу говорю, я в лейте плохо играю. Да, так у нас шанс появился тут. Вот, собственно, межпланетная экспедиция. Потом нам надо сюда. Ну, и такого я не ожидал, чтобы, блин, у тебя отваливалась столица. Ну, две рок-группы. Две рок-группы. Первый раз такое вижу, это круто. Ну что, может действительно туда перебегать? Самое веселое, что я могу еще раз так сделать. Причем ты с ним не в войне, я так понимаю, да? Нет, нет. Ну ты и так можешь всем сделать, так ведь? Да, да. Ты опасный человек. Ну, в нянах ничего, никто не сидит, и поедем сейчас. А каким образом эту экспедицию надо было ускорять? Я так и не понял. Ты еще делать проект? Ты техи не открыл еще. Ага. Сейчас это научная победа, конечно, такая муторная, это просто ад. Просто не хочешь этим заниматься. Я из ГАУ тоже буду отправлять. Нет. Я не успеваю ходить, надо немножко притушить. Вопрос к мутакам. Если уничтожить аэропорт, в котором есть самолеты, самолеты перебазируются или пропадут? Ой, тут, ты знаешь, оно как-то очень странно действует. У меня даже бывало, что у меня захватывали город с аэропортом, в котором мои самолеты, и я все равно этими самолетами мог управлять и действовать. Так что мне тут сложно тебе что сказать. Ну вот из опыта немца, что сейчас было... У меня самолеты просто перебазировались в другие города, распихались рандомно. Вот. А если ядерка накрывается, то уже уничтожается то, что в радиусе. Вот это вот то, что я заметил. Понял, спасибо. Так, ну видимо на Самос надо бросать, только надо мне еще прикупить, во-первых, мобильных ЗРК. Во-вторых, юнитов перебросить, которыми захватывать.
Алексей, вы пробовали через облако играть? Да, но что-то быстро там народ к ходу десятому прекращал ходить и все. Народ, ты имеешь в виду, которые вот одновременно собрались или после даже раз того, как... Я не понял вопрос. Ну, к тому, что там же не обязательно быть постоянно вот в сети. Можно же там и через неделю зайти и выполнить свой ход. Ну, да. Ну, я не знаю. Мы начинали играть, где-то три партии начиналось, и уже, наверное, больше месяца никто там не ходит, ничего не делает, не знаю. Блин, Наска, конечно, супер город. Если есть пустыня, то вообще спасает. Считайте, как Петра. Кстати, по поводу Наски, мир бросил тебе, Грек. Я строил и Петру, и Наска. Там вообще такие бусты были дикие. Ну, на самом деле, это вот эти рок-группы, это поломанная механика. Ну как поломанная? Нет, тебе юниты расставить вокруг города, и все будет окей. Ну то есть тебе надо, у тебя куча городов вокруг столицы, но тебе чисто вот, чтобы так не сделал кто-то, тебе надо всю столицу окружить юнитами, да, получается? Ну так и делаю, да, рабочие. Ну это, не знаю, мне кажется, это неправильно. Ну так и к тому же там случайные выпадают. То есть это не факт, что оно выпадет. У меня, наверное, не выпало еще. Нет. Ведь выходишь в теху, и ты можешь выбирать. Ну вот когда выйдешь. То есть это еще не сразу делается. Если ты грек, то быстро выходишь. Ну и реально расставить юниты вокруг стольни. Такому ходу можно уже, наверное. Просто думалома в первых отдалках. Сидят, у меня они просто. Я теперь постоянно свою территорию мониторю в плане рок-групп. Рокеры не такие. Так, ну надо юниты купить для захвата. О, может, боевой робот? Нормальненько. Тысяча 200. Надо на Кнос бросить ядерку. Так, а с австралийцем у нас когда заканчивается? Один ход, блин. Как приятно грабить Мали, это вообще. Это да, я постоянно смотрю, сколько бабла уходит. Так, ну, пора. Молодцы, молодцы. Спасибо. Так и задавили с трех сторон. Так кого все-таки завалили? Ну, на меня все напали.
Я вышел из Эверлея. На грека, на Перикла. Отжали столицу и разбомбили. Кира. Это потому, что ты мою не вернул. Да, это 100%. Все возвращается. Дальше не скликнул, ну ладно. А кто-нибудь еще там может улететь? Еще австралиец улетает. Постепенно. Вот оно. Вот мне ж полететь. Ну, мне надо вот эти две техи открыть. То есть это как минимум 6-9 ходов. Как минимум 9 ходов. Так, куда? Смотрим. Так, все, грек со мной в дружбе. Тот же город? Ты серьезно? Ты думал, ЗРК там от старости умерло или что? Ну, вдруг ты их убрал. А, ну да. Мне же делать нечего, как ЗРК, если городов убирать. Ну, в столицу там поставить, на всякий случай. Ну, у меня во всех городах ЗРК. Мокшу еще не могу вернуть. У Леши, я думаю. Так что кидай ядерки своего дупельгангера. В Банзенсунде археолога можно купить. 800 стоит. Да, исследовательские гранты продолжаю. Мне надо выйти в эти ускорялки. Ну, можно все-таки поставить кампус. А уже отдавали победу греку. Ну, я не ожидал, что он просто в ускорялке не вышел, на самом деле. То есть я бы... То есть, понимаешь, он последние две детали не строил, а использовал ученых. То есть он так вот ускорился. На самом деле, ему надо было дождаться вот этой техи для ускорения, тогда построить вот этими учеными и инженером детали, две последних, и сразу ускорялки, они по одному ходу строятся. Ай, не хочу я тут. Афины только через 14 ходов восстанут. Да это вообще, конечно, штука такая. Так, вижу рок-группу. Надо юниты расставлять. Горга, давай ты не будешь этим заниматься, давай. Ну а что еще делать? Ну, имея влом, как бы юниты покупать и микроконтролем этим заниматься. У меня ж куча денег и веры. Я ж за веру тоже юниты покупаю. Ну, давай. Нет, все равно поехал. Это тут самое дешевое. Да, те же рок-группы, кстати. Ну вот тут ему проход перекрыть. Вот тут три клетки. Нормально будет. Что у нас здесь? А, 360. Ладно. За деньги давайте что-нибудь покупать. Че, может, ТЦ-шним? Кого? Еще ничего не понятно. Ну, что тут непонятно, меня разбомбили. Ну, Леша улетает.
Тут австралиец еще, я так понимаю. Да тут быть. Я с Горго дружбу заключил, и он ко мне рок-группы повел. Так что сейчас я с тем же успехом отвалюсь. Строители сейчас настрою, обставлю. Подождите, это ремонт. Лужник воткнуться никуда не может. Дела. Ой, блин, я про самолеты вообще забыл. А, там у него этот РСЗО. Я не забыл, я не могу пока использовать их. А почему ты религии не захотел побеждать? Ну, потому что у меня не было, например, мира с греком, и он мог вполне спокойно мои. Ну, кстати, еще ничего не потеряно. Я могу и сейчас попробовать религии победить. Между прочим. Ну, так-то да, просто давление бы создавалось посильнее. Она, может быть, сама обратила. Так, Куалати ему не пройти. Ко всем остальным городам ему надо вот тут идти, получается. Он туда, собственно, и пошел. Но у меня хорошие места в том плане, что я могу не дать пролезть. Совершать прыжок может против воздушных целей. Так. Следующим ходом сюда падать, и вот эту дырку надо закрывать, и все, и он тут не пролезет никак. А как мне эту дырку закрыть? Долго. Могу я какой-нибудь вертолет купить? Вот давайте вертолет хотя бы. Австралия, ты чем метилена атакуешь? Божья кара.
Я тут амбар. Да, все долго ремонтируется. Давайте в очередь ремонт суккубы поставим. Сугубы. Нет, суккубы. Сугубы. Не знаю, зачем мне сейчас селитра. А, тут уже контрразведка есть. Блин. Давайте в Перт. Там у него космопорт. А где там действительно эта хрень? Когда можно любой выбирать? Так, ладно. Важный ход. Так, все, тут дырки закрыли. Тут ко мне не пройти. Fucking shit. Зачем я дружбу заключил с ним? Блин, так. Так, у меня уже полетела экспедиция. Мне теперь перекрыться надо. Это, вот этот юнит не будет мешать проходу, кстати. Это так, а так как тут дороги, он по дорогам пробегает. Вот в чем проблема.
просто трачу деньги. Так, ну тут уже производство не нужно, давайте на золото. Я тут уже все, меня Колецкий скинул ядерку, разбомбил мне города, но Австрал все равно на меня нападает. Странно. Австрал меры не знает. Австрал, теперь надо на Колецкого бомбу сбрасывать. Не надо на Халецкого сбрасывать. Ну тут как бы Лёша побеждает при таком раскладе. Слушай, Грек, а вот... Если ты Австрал продолжаешь, ты фигнёй маяться. Горга, а ты как вообще планируешь победить? Потому что австралиец-то тоже улетает. То есть ему есть чем заняться. У меня, видишь, у меня ни одного космопорта нету. Да я не знаю, я как-то... Вот Перикл ударился в науку, а я ударился в культуру. И я зря это сделал. Потому что было очевидно, что культура не победить. Потом у меня уже один ход получается. Вы меня убьете вдвоем, а вы не убили, и я растерялся. Так, ну столицу вроде защитил. У Алату вроде тоже. Тут уже не пройти будет. Я знаю, что 16 ходов, но если мы выйдем в ускорение, блин, ну у меня, я из-за того, блин, я тут рационализм, кампус, промышленная зона, это не надо, это не надо, это не надо, дипломатия. Знаете, дипломатическая лига и в экономике. Центр соседства и гавани. Бонус священных мест. Ну и к созданию строителей. Давайте вот так сделаем. Я потерял очень много науки прошлым ходом, потому что не взял это все. Так, исследовательские гранты. Исследовательские гранты. Исследовательские гранты.
Так, мне Мокшу надо Буалату назначить. Ну, афины уже вернулись, да? Да, вернулись. Сейчас но ядерка... ядерка прилетит и... Да зачем уже в тебя ядерку кидать? Ну как, я ж такой опасный, ты ж продолжаете меня убивать. Так ему и надо. Ну ты же опасный вообще-то. Ты двух людей захватил полностью. Кстати, перекрыл. Так они на меня сами напали, в смысле, я захватил. Сами виноваты. Француз на тебя сам напал? Да. Какой-то глупый поступок с его стороны, конечно. Но он там типа кризис принял. Грек, ну я с тобой готов мир заключить, если хочешь. Не, не хочу. Чё ты? Так, с этой стороны надо ждать ударов судьбы. Поэтому мобильный ЗРК, да, это в Сегу лучше. Блин, еще 6 ходов до ускорялок. А, ну австралиец, наверное, тебя Грек пилит, чтобы по счету быть первым. Я так понимаю. Ну, он уже давно меня не пилит, скажем так. Не-не, я про Перикла. А, ну и того тоже он не пилит. Да, а вот эти бывшие города немцы куда исчезли? А, на меня тут сколько? Ядерок 7, наверное, прилетел. Совсем не пилит. Городов тут он пожег прилично, блин. Что на два больше взять? Ну я слышно, как я вверх летаю. Удачи, перехватим, конечно. Да блин. Не
очень удачно. Надо Гауме еще грызть. Это три моих основных города. И 6 ходов до ускорялок. Ядер куда-то летит. Я рабочих настроил от испуга. Блин, я от испуга рок-групп столько рабочих настроил, чтобы города обставить. Да, я не могу проехать вообще. Ну, мне очень не понравилось, что с Афинами произошло. Тебе же одной рок-группы не хватит, чтобы столь. Так у него несколько тут, он тебе просто не может дальше пробраться. Ими. Хорошо, их на парашютах нельзя запускать. Лучше ядерками поснимаю рабочих. Сделаю, что грязное дело. Звучит как... Нужно сначала отъехать рок-группой тогда. Да. Вообще, почему лунная экспедиция все кончилась? В смысле, экспедиция к изопланете. Я же забрал обратно Афины. Слушай, ну я же могу убивать рок-группы, если я войну объявлю, да? Но они не умирают вроде. Ну, в смысле, они возвращаются они к тебе. Телепортируются. Да, они возвращаются на территорию, да. Говоришь, он вон из моих государств, как бы кыш-кыш, я не... Но снова возвращаются. Я не понимаю, это вот баг или это фича, что после того, что я потерял Афины, теперь все по науке не выиграть. Нет, так ты попробуй какие-нибудь ускорялки запустить потом. У тебя нету больше никаких проектов научных в космопорту, там что-нибудь ничего не делается. Ну, у тебя вообще целый. Ну, целый, но вот. Ничего не происходит. Потеряна связь с космоэкспедицией. Она все. Реализм. Жестокий. Экспедиция начала слушать инди-рок и решила не лить. Ну это реально сломанная механика тогда получается. Не, я тебе говорю, ты выйди в ускорение и попробуй построить какое-нибудь ускорение. Ускорение это типа последняя теха, которая закрыта? Предпоследняя. Межпланетный полет, вот там? Видишь, да, межпланетный полет. Понятно. Там что-то за спутником Лагранжа или в той с точкой Лагранжа. Мне надо больше этих поставить, еще купить.
мобильных ЗРК. Ну, то есть такой, как бы, ромашкой сделать. Это просто лютый буран. Найдите его кто-нибудь. Не он разве получает повышение? А где у меня Амани сидит? Ага, вот Кади. Да, сейчас будет... Странно, вроде этот же должен был получить повышение. По 1000 это, конечно, здорово. Мне главное я не отбить, ну и главное, чтобы не сбросили до того, как я эти ускорения открою. Не, очень смешно, но я не успеваю улететь вообще никак. Тут очень, короче, вот эта теха на ускорение, она очень далеко оказалась. Даже 500 науки не хватает. 600. 600 науки не хватает. Она реально... То есть проблема в том, что чтобы в нее выйти, вот там вот 3 техи надо сразу открыть. 4. 4 техи надо открыть, чтобы вот вместе они вот такой одной линии, видите? А, да, да. Я из-за этого вообще не успею построить, походу, ускорение. То есть мне 12 ходов, а лететь мне еще 20 ходов. То есть я 8 ходов не успеваю. Это я людей обманываю, чтобы они меня пожалели всячески. Так-то мне 2 хода, и я начну ускорять. Грек запустил ко мне караван, чтобы тут дорогу проложить.
и пройти. Что за прелесть пошла? Что пошла? Да-то кто-то пошла. Чего-то не вижу или... Наверное, чего-то не вижу. А, вижу. А это чтобы что? Чтобы что-то. А. Кто, что и куда пошла? Почему в город? Почему рядом с городом? А я не знаю, почему-то в город она не хотела. Видимо, шахта рядом стоит. Еще одна пошла. Так. А, ну сюда можно, сюда можно. Ну, короче, нам надо за очки драться, я так понимаю. Аж термоядерка туда улетела. Щедро, щедро. Слушайте, а мы так плотненько идем, и барыга, кстати, все еще первый, между прочим. Несмотря ни на что. Ну, так и я стою на 100, не, на 100, 150 много очков. Да, так мы тут все плотненько вчетвером. О чем и речь? С 10 ходов вообще напряженный. Вот тут, вот сюда еще поставить, я вообще практически полностью защищен буду. Не закладывай, мою няни. Не, блин. Не захочу. Там один. Хотя, если следующим ходом снова концерт поиграть, интересно, захватится. Сейчас пройдем. Ну, вообще следующим ходом плюс 39 будет, по идее. Тогда нет, тогда нет. А, блин, я затупил. Надо не вокруг города обставлять, а ставить на те клетки, где они концерты играют. Я туплю. То есть это на районы и на чудеса. На этом пока все. Спонсоры канала могут увидеть продолжение прямо сейчас во вкладке «Сообщество», а для всех остальных продолжение выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!